Свою последнюю вечернюю тренировку на нынешних сборах в Турции сегодня провел футбольный клуб «Шериф». В то время как наша команда тренировалась, буквально на соседнем поле свой контрольный поединок проводил сербский «Партизан». Естественно, мы не упустили возможность пообщаться с бывшим игроком «Шерифа» Владимиром Волковым, который сегодня защищает цвета «Партизана». Володь, привет. Ты вообще ожидал, что сегодня ты встретишься со своей бывшей командой «Шериф»? Честно, я не знал, что «Шериф» здесь тренируется, но я очень рад, что на данный момент увидел свою старую друзью и люди, с которыми я не так давно работал. Ну, мы очень рады тебя видеть. Меня тоже. Как твои дела в «Партизане»? Нормально, я здесь уже заканчивается четвертый год. Контракт у меня есть до июня, так что я думаю, что это соревнование с «Партизаном» оканчивается в июне и буду смотреть, что дальше. Уже прошло немало времени, как ты покинул «Шериф». Какие впечатления, воспоминания у тебя остались о «Шерифе»? Ну, конечно, есть так очень приятный момент, который я вспомню. У меня был очень хороший момент в «Шерифу». Это два с половиной очень успешных года, два года Лига Европы. Так что помню, конечно, «Шериф» как одна хорошая установка, да? Правильно сказал? Правильно сказал. Володь, за все выступление в «Шерифе» какой у тебя самый важный матч или гол был? Помнишь? Да, конечно. Это для меня «Динамо» Загреб. Я тоже помню этот гол. Да, это момент, который, думаю, не забудут никогда в жизни. А ты запомнился тираспольским болельщикам как хороший игрок? У тебя вот сейчас есть возможность передать им привет, может быть, что-то пожелать? Конечно, я даю привет всем фанатам, да, «Шерифа», которые мне давали постоянно поддержку. Да. Спасибо тебе большое, удачи тебе в «Партизане». Спасибо вам и тоже удачи «Шерифу», и желаю, чтобы выиграли чемпионат Молдовы. И вам тоже победы. Спасибо. Владимир Хорошилов и Андрей Пасниченко. Футбольный клуб «Шериф».